Здравствуйте, добрые зрители, доброго моего канала. Сегодня у нас выпуск немножко не у моей собаки, но о собаке Мишке, который просит помощи, который хочет жить. Данная собака находится у людей на передержке, у Натальи и у Вадима, у которых находится наш Филий Шарик. Это друг Филия Шарика, которого 1 числа просто парализовало. Мишке всего лишь 3 года. Он кушает, писает, какает, но врачи до сих пор не могут понять, что случилось с собакой. Так как Наталья и Вадим не имеют никаких социальных сетей, у них нет никаких групп помощи. Эту собачку они взяли у девочки, молодой куратора, на передержку, которая полностью оплачивает Мишу сама со своей зарплаты. И девочка тоже, к сожалению, не имеет никаких социальных сетей. Наталья обратилась за помощью к нам. Они не богатые люди, они скромно живут, у них скромный дом, вы все, наверное, видели. Но это люди с чистой душой и с чистой совестью. Вот в таком состоянии сейчас находится Миша, которому всего лишь 3 года, который ждет нашей помощи. И пока еще никто не понимает, что произошло с собакой. То есть 31-го с собакой все было хорошо, а 1-го он просто не встал. Его полностью парализовало. Может быть, у него где-то ущемились нервы, но на все на это нужны финансы. Финансы, чтобы понять, что происходит с Мишей. И сегодня вы простите меня, пожалуйста, но люди обратились ко мне, а я обращаюсь к вам. Я знаю, что мы одна большая дружная семья, и смотреть на мучения данной собаки просто невыносимо. Посмотрите, какой он милый, посмотрите, какой он хороший. Вот так вот, в одночасье просто собака бегала, радовалась жизни, и вдруг утром она не встала. Это страшно, это больно, и поэтому я прошу каждого члена своей семьи помочь Наташе, Вадиму, отвезти собаку в клинике и понять, что с ним происходит, потому что ребенку надо делать скрининг шеи, МРТ, но девочка, к сожалению, не способна оплачивать все сама. Еще раз говорю, что люди не имеют социальных сетей, не имеют ничего, они просто помогают собакам жить и выживать в этом трудном мире. А я, моя большая дружная семья, обращаюсь к вам. Нас почти 2000 человек. Если вы каждый пришлете 100 рублей с пометкой для Миши, мы будем вам очень-очень благодарны. Потому что скоро туда и в семью уедет мой Венечка, к Наташе и к Вадиму. Вы видите, в каких прекрасных условиях живут у них и Филя, и Шарик. Они дают каждый день им любовь, ласку, заботу. Таких людей очень тоже мало, поверьте мне. Очень много передержек черных в России. А это люди с большой буквы. Я преклоняюсь перед ними за их каждодневный тоже труд. Я обращаюсь к вам. Давайте поможем Мишеньке встать на лапки и понять, что с ним происходит. Давайте поможем этому лохматому, пушистому, красивому другу жить. Жить и дальше радоваться. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных, приют и творит добро, Наталья.